Всем привет, ребята, меня зовут Тимур, и сегодня я нашел вот такой вот пустынный данж. Я его называю пирамида. Кто-то называет храм пустыни, кто-то пустынный храм. Пустынные зайчики, привет! Смотрите, тут есть центральный вход, только нужно его откопать. Можно зайти через эту башню. Можно зайти через эту. Можно сюда зайти. Или сюда зайти. И вообще можно угодить через эту дырку. Я лучше через центральный пойду. Такс. Ребята, только вот вам совет. Спускайтесь аккуратно по блокам, чтобы не наступить на плиту. Так, ломаем плиту. А теперь нам нужен фонарь. Посмотрим, что у нас в сундучках. О, чародейская книга. Бронебойность. Я не знаю, как это сказать. И одно золотое яблочко. Так, железо. Заберем железо. И седло, пожалуй, тоже. Так. Чародейская книга шипы 1. Опа, золотая конская броня. Ну, померяем. Ну, посмотрите, тут аж сразу 9 динамитов. Только сейчас мой фонарь уберем и повесим его вот здесь. Смотри, тут сразу 9 динамитов. Только мне вот здесь уже все не нужно, поэтому я это все дело подожгу огневом. А теперь просто вылетаем отсюда нафиг. Все, там взорвались ненужные вещи. Посмотрите, вот такая вот пирамидка замечательная. Но вот эта часть очень похожа на пирамиду Хеопса в Египте. А еще тут красивый рисунок из глины. Но до того, как тут используют блоки глины. А когда блоков глины в Майнкрафте еще не было, использовали шерсть. Вот такая замечательная пирамидка. Кстати, хотите, я вам покажу сит на этот данж? Ой, я случайно запустил мир. Что я натворил вообще? Что делать? Нужно было на карандашик нажать. Ну ладно, если хотите, посмотрите на эту замечательную пирамидку. На этот замечательный данж. Пустынный зайчик тоже на нее смотрит. Так, сохранить и выйти. Карандашик. Ребята, вот вам сид. 849-85. Ребята, а теперь давайте посмотрим, как эта золотая конская броня будет выглядеть на моей лошади. Вот, посмотрите, как красиво. А еще мы наденем на нее седло. Теперь мы можем на этой лошади скакать, пока мы не снимем с нее седло. Теперь мы с нее слезаем. Сейчас мы привяжем мою лошадь. Вот здесь я тебя привяжу. Вот здесь привяжем у пирамидки. И посмотрите, как красиво. Ну вот, красивая лошадка.
была она пятнистая, а теперь стала как будто золотистая.